Итак, дорогие друзья и будущие обладатели автомобилей Lexus. Наша компания приступила к разработке видеоинтерфейса CyberLink для автомобилей Lexus и Toyota. Те, кто смотрит наши обзоры, уже знают, что CyberLink — это устройство, которое разработано нашей компанией для того, чтобы любой владелец автомобиля, в данном случае Lexus, мог дооснастить свой автомобиль такими необходимыми опциями, как навигация с подгрузкой пробок, цифрового ТВ в формате DVB-T2, видеорегистратор скрытой установки и многими другими полезными и приятными опциями, которых нет в автомобилях изначально. В данном обзоре мы хотим продемонстрировать вам использование навигационного блока VNavi Professional, адаптированного специально для Lexus RX. Отдельно стоит отметить, что данная система доступна как для автомобилей без штатной навигации, так и для автомобилей со штатной навигацией, который имеет крайне неудобный интерфейс, неудачные карты и отсутствует подгрузка пробок. В данном автомобиле управление системой VNavi Professional осуществляется с помощью штатного джойстика. Наши инженеры предусмотрели максимально полезный и необходимый функционал для водителя. Все переходы в режиме VNavi Professional реализованы посредством нажатия штатных кнопок. Благодаря этому, управляя автомобилем, вы с легкостью и, самое главное, не отвлекаясь от управления, можете вернуться в штатный режим радио или медиа, или же просто выйти в главное меню автомобиля, нажав клавишу «Домик».